Ребяшки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Icewind Dale. Она никогда не перекратится. Вот, я добежал до продажи, да. И, кстати говоря, посмотрел я по стамине. И, да. Наверное, с этим учетом, я уже сам даже не помню, но как раз таки я Барду-то взял 15, потому что у нас будет заклинание дружба. Вот, а после, то есть 20 это максимальные скидки, то есть 25%. Модификаторы дают 25% скидки у торговца. Соответственно, нам больше 20 харизма не нужна. Поэтому этот, как его, заклинание дружба у нас у Барда, оно как бы, ну, если и окей, вот, и окей. Так, кстати говоря, наверное, дружбу у него отсюда не надо убирать, да, потому что мне сейчас опять придется вот эту вот фигню страдать, блин, вот, и хорошо. Такие дела, черт возьми. Так, подожди, а у нас где-то здесь или вот здесь, это гостиница-то? Гостиница, вот давай до нее дойдем, тут близко. Вот. И, а мы можем так пройти, интересно? Они вниз попрутся? Да, они вниз поперлись, ладно, тогда не пойдем. А, вот, и получается... А слушай, а давай-ка два сразу. К нам еще к этому надо, к торговцу будет зайти. Так, у нас тут целая куча на продажу. Так. Давай-ка мы тебе сразу тогда два сделаем. Вот так вот. Можно даже и три. Слушай, а давай-ка три. Нам сейчас толку стрельбы никакой, так. Давай три. Может, что, в храм зайдем, там посмотрим банок каких-нибудь. С удовольствием. Банки сейчас уже, конечно, ничего нам не дадут. Как пожелаешь. Но... Плевать. Так, я ищу комнату. Давай крестьянску. Пойдет. Все, получается у нас... Да что-то... Угомонись. Так. Да, все, три дружбы есть, замечательно, все, погнали. Это все. Посмотрим сейчас заодно, сколько у нас денег. 1994, ну 2000, да, посмотрим, сколько мы вытащили за одну серию. Вот, мне прям жутко это интересно. Это тетка. Горожанка. А, мне же жутко интересно, сколько мы выволокли за одну серию. Это прям вообще отлично. То есть у нас все вообще вот эти вот шмотки, которые были, мы собирали, да, и сейчас... Собственно говоря, позырим. Так, у нас сохранится и погнали. Подожди. Как колдовать-то я забыл. Так. Это все. Это все. 1700 катана стоит. Ну, это так мелко, да? Это все фигня. Так, 1000 катану. А катану стоит продавать вообще или нет? При неполнении древнем удача может покинуть тебя. Владатель зачарованной катаны такой, как это, должен уважать обычай каратура или самурая, который когда-то воевал этим клинком. Урон у него, конечно, 1d10, это фактор скорости 2. Можно палычу взять, не может использовать клирик, пока, друид, шаман, клирик, вор, воин. Ну, кстати, палыча нет, то есть палыч может взять катану. Наверное, можно ее оставить. Давай-ка мы ее оставим. Так, прощу мы точно продаем. Хотя, какого лешего за 50 продавать? Давай мы кому-нибудь этому отдадим. Так, давай сразу тогда закупимся. Хотя, давай сразу продадим. Чтобы, этот самый. Главное, чтобы можно... О, отлично. 10 штук сразу, да? О, 10. Так. Как круто, а? Офигеть. Вот, представляете, за один раз это... Она и цены не сбивает. То есть за один раз по 48. С ума сойти. Ну, в смысле, не по 48, а... То есть мы за один раз все продаем. Блин, вот это имбово, конечно. Просто пипец. И сразу покажет, сколько мы насобирали. Вообще обалдеть. Вот 300 мусором чисто. 300 чисто мусорными этими. То есть не магическими даже. Во, эти пошли. Дорогие. Пятьсот, неплохо. На ровном месте. Обалденно. Так. Так. Подожди, что такое? А! У нас ведь этих не копятся теперь, точно. Наручи плюс один. Давай продадим, такой вес занимает. Так, ну он, наверное, ничего тут не будет покупать, да. Витки туда же. Окей. Насчет катаны, вот не знаю, продавать ее или не продавать. Давай пока не будем. Пока паузу поставим. Мне надо
Посмотреть Палыч, у Палыча. Так, Палыч, он может две, да, полуторный меч в один и длинный меч. Наверное, да, смысла вообще, наверное, нет. Что у нас по длинным мечам-то, кстати? 1d8, скорость 4. Ну, кстати, катана намного лучше, да? То есть 1d7, рубящий, и скорость 2. А тут 1d, скорость 2. То есть она прям вообще солидно лучше-то. Не знаю. Ну ладно, наверное, тогда оставим Палыч ее. Так, и, наверное, какому-нибудь вот этому вот отдадим. Вот так вот. Так, окей. Палыча, наверное, оставим. Что у нас здесь? Здесь у нас куча всякого барахла, кстати говоря, надо бы ей продать тоже. Хорошо. Суперстрелы. Так, болты обычного не хочет покупать. Отличные стрелы. Не знаю, оставлять их, не оставлять. Снаряд. Настанет момент, когда, вот, например, очень они могут пригодиться. Но они копейки стоят, наверное. Давайте тогда не будем. Давайте тогда не будем. Так, сразу на купить. А что, у тебя нету, что ли? Патриков? А, во. Так, сколько мы можем купить? Можем ли мы купить 3000? Шестьдесят семь не хотите? Ага, все, он не покупает. Получается, не влезают они, да? Блин, как хреново. Придется так покупать, непонятно. Ай, болван, я 200. Он же по 40-то покупает ведь. То есть получается 10 это 400. 100 хотя бы, да? 4000. Куда я? Дурак, что ли? О. Так, это уже не хватает нам. Так, получается, давай попробуем по 5. Семьсот. По 10 тоже может. О, уже не может. Так, 1500. Так, 1500. А больше у меня нет этого? Я бы еще, наверное, один купил бы. Больше нету. 1500 маловато. Ну, давайте сейчас тогда быстренько раскидаем все. Так, тут две, тут две, тут три, тут две, всем по две, паладину три. Так, ну он еще, кстати, вот так, наверное, можно попробовать. 7-16, да, а тут 9-16. Он какой-то в сарацина превратился. Паладин-то наш. Ладно, окей. Так, здесь все пойдет, здесь пойдет. Так, у нас тут все пойдет, окей. Так, итого у нас... Итого у нас 900. То есть еще мы можем купить. Так. Тысяча семьсот.
И 5 уже не купить. И 1 даже не купить. Ладно, 1700 пойдет, окей. Так, теперь нам надо посмотреть, что у него в продаже есть. Так, во-первых, наверное, теперь стоит... Кстати, продать надо. Стоит закупиться броней, да? Потому что броня-то она всегда нужна будет. Так, у нас здесь пластинчатый. Так, жрец, палыч. Угу. Окей, наш жрец, в принципе, в этом, в пластинчатом, кстати говоря. Забыл его поставить. Так. Сколько он добавляет? Плюс 4. Так, этот плюс 3. В принципе, можно прикупить, но здесь у нас есть очень отличный... Кстати, скимитар 1.8. Ну, кстати, вообще говно. По сравнению с катаной. Катана вообще имба. Так. Вот он. Основной доспех 5600. Класс защиты 2. Против рубища вообще минус 1. Это просто с мечами. Вот кто выйдет против нас, это вообще... Так, кстати говоря, 5600, не так и много. Получается, нам тут надо... Так, засматриваемся тогда, получается, на доспех. Класс защиты плюс 3, метет к усыплению, защита от критических попаданий. Вот этот вот класс защиты плюс 3, это просто... То есть, получается, у нас сколько? 5, 8, 13 тысяч на... Всего-то! Всего-то 13 тысяч. Ёкарный бабай, против великанов. Ну, проща-то, такое себе... Дарующая звезда 15-39 тысяч. Ну чё тут мелочиться? 41. Да, вот плюс 3-то бы купить. Так ого-го. Плюс 3-то бы я бы купил. Демонаруб. Ума сойти. Плюс 4. Скорость 1. Господи боже мой. Ой, ладно, короче, тут пока бессмысленно. Давай-ка, наверное, кстати говоря, броню-то купим этому нашему. Вот этому купим. По крайней мере, чтобы хотя бы была уже. Красота. Все, теперь он вояка. Так. Все. Так. 5000. На. Все, окей. Так, по заклинаниям, как оказалось, это прям дичь, вообще дикая, да? Это ускорение, это просто неимоверная имба. Так, нам надо сразу бы сейчас... Эй, подожди, где ты там? Я направлю вас на верный путь. Нам сейчас надо сразу заменить бы... Да почему я себе путаю? Все вот эти убрать, эти тогда нам не нужны. Заклинания, вроде как там они не появились, заклинания, поэтому... Давай сюда... Да, вот это вот ускорение, пипец, конечно. Можно, конечно, сходить посмотреть, может быть, появился, конечно, этот, как его, огненный шар, но я не знаю. Огненный шар бы нам, конечно, очень пригодился. Ладно, вообще-то, наверное, давайте тогда пойдем уже драться, черт возьми. В принципе, у нас и так пока неплохо. Я думаю, что мы там этого найдем, самого главного босса, я не помню, там, крысоклака какого-то. Вот, Ой. Это у меня... Про ухо перестало работать. Вот, и тогда уже вернемся сюда. Нас потом еще в какую-то долину потом отправят. Вот, и там, наверное, уже решим. Так, ну что, давайте сейчас тогда я обрежу это, чтобы этот поход наш крестовый, чтобы не пилить, и продолжим ровно с того места, с которого мы там и закончили прошлую серию. Так, в общем, все, добежал. Давайте тогда сейчас. Блин, тут хрен. Хрен этот самый, подстроишься, да? Звучит так, неплохо. Давайте тогда погнали, чё? Чё, да, погнали. Принято. Ага, во как. Ага, хорошо. Надеюсь, он откроет. Отсутствие, допустим, замок, он может быть защищен от простых заклинаний. Ага. Я могу. Чё-то, в общем, чё-то, видимо, какой-то ключик нужен, который я пока чё-то не нашел. Ладно, у нас тут еще есть проход вверху. Закрыто.
тут вот еще проходик есть. Ладно, так, ладно. Ладно, ладно. Давай, давай, чеши. Так, ну, я думаю, что тут появляются зомбари, поэтому... Ой, в смысле, это не зомбари эти. Ну, скелеты. Я, конечно. Вот, поэтому, наверное, я думаю, что стоит взломать ее. Ну, вот так вот. А, нет. Получил по загривку. Отлично. Да, надо просто получил по загривку, ни за что. Ну, ладно. Жезлы. Больше ничего, да? Так, ладно, жаль. Просто так по загривку получил. Так, ну это на продажу сразу. Это ерунда. Вот эти надо изучить. Ёршики где-то. Ёршик для унитаза. Моргенштерн плюс один. Вот, кстати, Моргенштерн хорош, потому что у него скорость побольше. Так, подожди. Где-то? Это ёршик для унитаза. Жуть. Жезл Блэйни, который часто путают с другими одноименным жезлом, позволяет владельцу наложить на себя защитное заклинание. К сожалению, для создателя этого жезла тролли очень упрямые. Так, понятно. Щиты. Устанавливает класс защиты 4. И, получается, это 13. Предыдущий доспех. Устанавливает класс уровня 3. Нифига себе, неплохо. А сколько зарядов, интересно? Длительность 15 раундов. 24. Ну, это магу, наверное. Даже барду. Кстати говоря, наверное, эти все штуки надо продавать, если они дорогие. Эй, что такое? Зелье регенерации. 2 хп. Остальное 2 хп. Окей. Это сюда продажу. Хотя, можно и врубить. Ну, вряд ли. Оно... Проще сразу использовали, да? Так, у нас получается 15-16 больше получается, да? Давай тогда. Тогда с ним будем бегать, это на продажу. Окей. Так, все, вроде остальное норм. Так, как я все, еще погнали. Могу услужить? Это будет... Тут еще одна дверь, да? Так. Я могу это сделать. Я иду. Звучит неплохо. И ад следует за мной. Я не возражаю. Так, все. Ладно. Ой. Здесь ты не пройдешь. Ты сюда пройдешь? Я постараюсь. Ладно. Вали его, ребята. Получил? Будешь знать. Хочешь повалить? Вот по одному-то, то ли дело. Красота, тра-та-та. Атаку! Так, надо вот так еще, не забудь. Вот маг у нас вообще попадает, Лидия. Так, это не Лидия, это Маннет. Нет, что-то не особо, да, попадает. Чё, я вообще по 8 могу на... Ей вот этот, она хоть немножко-то попадает. Хоть что-нибудь-то хоть. Так маленькую писечку, блин. Нифига не попадает. Хорошо. Так, ну давай, выходите. Где вы там все? Вон. Дороже. Я об этом позабочусь. Так, давай последим за Энет. Вот, Энет. А то хоть скелет промах. Попадание. Скелет 5 от Энет. Ну так неплохо. Все хоть свою лепту вносит. Я думал, она вообще не попадает просто. Вполне себе. Ух ты, вот это хорошо. В общем, сумка это прям экономит денег немеренное количество. Ладно. Так,
надо бы вообще всех бы тут сразу загреть. Сейчас бы вот, можно было бы магом бы вот это делать, то есть огненным этим шаром туда залепил и все. Там все бы. На этот раз наши дела должны говорить за нас вместо слов. Да-да-да. Они уже никуда не идут. Да, мы, видимо, выровнялись уже с ними по левелу, и смотрите, как хорошо пошло дело. Я бы даже сказал, красота, тра-та-та. Так, вырубаем и погнали. О. Ты чё куда пошёл? Ой-ой-ой, сколько вас тут? В атаку! Да! Ты падла, а какая? Конечно. А мне где не выйти получается? Блин. Готов. Это будет сделано. Хорошо. Да, здравые идеи. Ага, лады. Да. Блин. Я могу это сделать. Конечно. На этот раз наши дела должны говорить за нас вместо слов. Да, блин, вот говно. Ладно, ладно. Как пожелаешь. Хаос начался. Ой, бебец. Я это сделаю, если настаиваешь. Пацаны, валите их, вы задрали. Че они стоят? Я не понял. Хочешь попробовать? Как пожелаешь. Давай ёршиком своим. Как пожелаешь. О, один есть. Где-то быстро с ним сейчас. Да, имбовая сумка. Ничего не скажешь. Мне это совсем не сложно. Я не возражаю. Сделаю, как скажешь. Ага. 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 Так, ну тут один, наверное, проще вот так вот сделать. Вот так вот, да. Так, комната тут тоже, наверное, заперта. Черт его знает, видимо... Ой-ой-ой, что-то, кому-то что-то прилетело. Так, но непонятно. Возможно, какой-то ключ где-то, но что-то я пока не... А, может быть. Да нет, вроде. Пес его знает. Сейчас позырим. Огнимание. Понятно. Так. Вот тут непонятно, что такое. Это будет тоже сделать. Заперто сейчас будет. Ага. А, тут не заперто. Зомби. Конечно.
Я могу это сделать. Ну и все. Я готов. Мне это совсем не сложно. Конечно. Я могу это сделать. Все, погнали. Что такое? Я могу сейчас кого-нибудь надеюсь, это... за горячую ванну. Ну ты че? Надо бы, кстати говоря, я подумал, тут надо бы взять, наверное, заклинание, которое у нас лечит болезнь, чтобы постоянно не юзать эту. Ладно, ладно. Фига себе вылез. Они мелочные. Так, чтобы постоянно не юзать этот банки. Они уже никуда не идут. Как жаль, что нам приходится прибегать к насильничку. Вперед! Так, давай. В атаку! Ну что, ты не видишь, что ли? На этот раз наши дела должны говорить за нас вместо слов. Блин, вот этот урон, конечно, неплохой. О, прям отлично заходит. Так, 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 я понял вас. Я это сделаю? В атаку! Так, вот тут еще может быть какая-нибудь рожа сидеть. Конечно. Блин, плохо, что они обойти друг друга не могут. Блин, постоянно вот надо как-то выкобениваться. Ловушкой пахнет. Во! Во-во-во! Так, это получается у нас возражаю. Ключ как раз таки к этой должен подойти. Здесь мы все забрали. То есть вот единственная вот эта вот дверь, наверное, сюда получается. Получается, что так. Так, что у нас по заклинанию? Заклинание есть. Заклинание, оно плюс-минус есть. Так, давай сюда стрелу. И на этом все. Я постараюсь. Мне это совсем не сложно. Так. Я буду помогать тебе всеми возможными средствами. Принято. Мне это совсем не сложно. А. Это все? Ты задрал, это все. Ладно, ладно. Тут никого нет? Оу, никого нет вообще. Вообще никого нет. Уходим. Пацаны, там никого нет. Вот это... Блин, этот с ёржиком надо ему вот это сделать. В атаку! А вот эти вот попробовать заюзать. Возможно, они призовут кого-то. Да, мы уже нормально пробиваем их. Так. Получается так, да? Ну давай укрепим саунд. А, просто ловушка, окей. Я сделаю это по возможности наиболее безболезненно. Давай, ребята, навались. Oh,
уничтожь, если настаиваешь. Да, блин, убейте уже его, господи. Чем могу помочь? А ты... Куда они вырезают, нифига? Лады! Пацаны, я не хочу! О. Как я еще могу? Это все? Что останется? Здоров он, конечно. Сюда. Так, какой бой? Все нормально. Давай сейчас передохнем. У нас еще все заклинания улетели. Так, сохраняемся и погнали. Здравствуйте. Из компании Oriflame. Это не очень хорошо. Так, этот с ёршиком тоже давай вперед тогда. Как жаль, что нам приходится прибегать. Пойдет. Удачи ему, колданем. Блин, чего так пробивают? Блин, даже фиг его знает. Так, а броню, куда броню на него наколдую? А, подожди, она на себя, да? Надо. У меня тяжелые раны. Мне нужна помощь. Да ты что, придурок? Да. Блин, мне и нечем. Нечем тебе помочь-то, братан. Тебе надо сейчас, чтобы от тебя отвязались. А, не все в... Ну, еще четвертый там. Не все четвером... Так, она мага, да? Все, я понял. Я все понял. Вот так намного лучше. Мне это так совсем не сложно. Давай я этого загрим сразу. Хорош. Слушай, этот, наверное, дурачок с болезнью. Если он упырь, то он... А, вурдалак, это с болезнью. Ой, на паладина напал. Какая жаль. Нет, не на паладина. Только не попадай. Пацаны, давайте валить его. Он не заразил меня болезнью. Паладин — это иммунитет. Мне наплевать. Да, иммунитет болезни, конечно, прикольная тема. Хорош. Пойдет. Лады. Так, ну-ка. Есть там кто? А, еще один, да? Ой, хорошо, как зажали его. Да? Хочешь попробовать? Так, есть, да, болезнь? Хорош. Ну ладно, у нас 6 банок. Чем могу помочь? У нас нет возложить руки или там излечить болезнь, к сожалению. Но у этого есть. Блин, как неохота банку тратить на этого говно. На это. Так, давай-ка загрузимся, я сейчас чисто паладина выставлю вперед, ну, пускай он там разбирается с ним. Они уже никуда не идут. Вот и все. На этот раз Палыча в любом случае. За нас вместо, чем это будет сделано. Иммунитет, поэтому вообще наплевать. Это гораздо лучше, чем тратить банку. Да, у нее иммунитет. Ха-ха-ха, вот и урод. Все? Свободен. С удовольствием. Так. Угумс. Так, какая-то шляпа непонятная. Так, это что у нас? Замедлить яд. Ну, кстати говоря, полезная штука, но...
Продадим. Так, удержать это. Подожди. Я уж обрадовался, думал, эти могут. Ладно, удержать нам тоже, да, на продажу. Это что такое? Примитивный талисман, на первый взгляд, просто плоский камень с изображенной волчьей лапой. Несмотря на простой вид, талисман черного волка наделен мощными силами. Класс брони плюс один, спас бросков, прорыв дыхания плюс один. Максимальный здоровье плюс 10. Ничего себе. Так, надо бы воину дать, наверное, его. Минус 5. Во! Палыча, он перчи будет, у этого нормально. Хорош. Офигеть, минус 5. Вот вообще минус 6, дурака. Да. Отлично. Заживем теперь. Заживем. Это будет сделано. Только, ну ключ, наверное, сработал, и рычагов вроде никаких нет. То есть, получается, у нас сейчас должен этот рычаг открыться. Вроде как я все вроде как обыскал. Заклинания все есть, давай. Как тогда. Я еще могу? Да, я могу это сделать. О, все. Все, открылись так теперь эти. И у нас туда получается просто проход, да, на третий этаж. И вот там, по-моему, будет сейчас задница вообще невероятно. Невероятных масштабов. Крепитесь! Так и есть. Я не возражаю. Так. Как пожелаешь. О, это не ты. Мне это совсем не сложно. Так и быть. Так. Ну давай попробуем, конечно. Если настаиваешь. Вроде как неплохо. Так. Погнали. Давай мелочевку тогда сначала всю разрубим. Я сделаю это, я могу помочь. Ну, как нас рубят-то там, ёкарный бабай. Да, там пробивают. Ого-го. Они уже никуда не идут. На этот раз наши дела должны говорить за нас. Ой, блин. Дичь, конечно, дичь. Так, Калиол, давайте вот этого перехватываем. Ничего не остается, кроме как вот так. Ну и погнали. Что? Блин, там сбивают, конечно, пипец. Нет, тут нереально, нас просто запинали. Нас просто запинывают. Тогда придется с нежитью. Так, а давайте-ка, наверное, знаете что? А если мы зайдем и выйдем? Я об этом позабочусь. С удовольствием. Угу. Они появятся? Ой, хорошо. Хорошо, они появились. Как отлично-то, а? Они причем еще не все. Угу. Ясно. Что? Как пожелаешь. Все, деремся. Хорош. Вот так нормально. Что такое? Нет, нифига не нормально. Чё-то они там все сфокусировались на нем прям. Стана вроде нет у него. Так,
давай тогда, я знаю, как вас всех выманить. Давай, иди сюда тогда. Мне это совсем не сложно. Сейчас встретим их в узком пространстве и нормально будет. Слишком уж им там, слишком уж их много, блин. Я постараюсь. С радостью. Постарайся уже. Конечно. Конюшня. Так, го. Сейчас выманим этих мерзавцев. О, нет. Это предательско. Это тогда будет... ладно, давай сейчас тогда скорость кастанем, чтобы можно было по бырику. Специально, да, вот опять эта фигня. Что? Ну? Ты будешь кастовать-то? Нет, пипец. Баллады свои. Хорошо. Да соберите все это, ты дурак? Ага, ладно, ладно. Чем могу помочь? Мне это совсем не Надеюсь? Ага, надейся дальше. Они даже не среагировали на нас. Мы как мангусты. Всё, я могу это среагировали. Конечно. Фига, такой табун такой. С удовольствием. Конечно. Ну ты чё, вставай? Во, дурак, не пугай меня. Как жаль, что нам приходится прибегать к насилию. Так, ты с ёршиком стой сзади, стреляй тогда. Всё, отлично. Ну и погнали. Во, вот так вот, так более-менее. Как я еще могу услужить? Красота. Какой уродский шлем. Без шлема вот реально пипец, тут хана полнейшая. Так, все. У нас теперь усталость, нам надо получаться подождать бы, да? Так, я все понял. Звучит неплохо. Что так? Хорошо. Прекрасно. Принято. С удовольствием. Я иду. Так. Да? Хочешь повалить? Вперед! Хочешь повалить меня? Давай сразу постанем. Все равно ждать потом. А хоть быстренько зарубим сейчас всех. Мне надо отдохнуть. Умираю, так хочу сбросить себе одежду. Да, ну конечно, пипец, это скорость, это... имба-имбова. На этот раз наши дела должны говорить за нас вместо слов. Не хочу тебя, не возражаешь. О. Наверное, разрабы специально такое место придумали, чтоб можно было вот как-то типа, зажать противника. Иначе вообще тут шансов маловато иногда бывает. Вперед! В атаку! В атаку!
в атагу, блин. Интересно, много мы там загрели? Наверное, около половины, я думаю. Самое стрёмное то, что вот сейчас, если мы сейчас нажму я отдохнуть, да, то возможно, что эти сволочи все появятся сзади. Вот это вообще... Нам надо отдохнуть. Да я знаю, блин. Умираю так. Нас пойдет. Я не возражаю. Так, сейчас, по идее, сейчас там их, они довольно-таки далеко, вот, и, возможно, можно сейчас попробовать без скорости их конечно загреть, если вообще. Я сделаю это по возможности. Это будет сделано. Мне это совсем не сложно. Ну, к чего встали-то? Как жаль, что идиоты. Приходится прибегать к насилию. Что, господи, какие же болваны, посмотри, посмотри на них. Просто слов нет. Конечно. Так. Ладно, ладно. Так, давай тогда вы стойте здесь. Ну вот так вот сейчас сделаем. Если настаиваешь. О. Постараюсь управиться побыстрее. Все, хорош, давай. Так. Блин, бардом вечно забываю. А, хорош. Самая тема то, что мы вообще все подбираем. Вот это прям вообще отлично. Крепитесь. И все продаем, то есть ничего без дела не пропадает. То есть эта сумка себя оправдала уже, не знаю, на 500 миллионов этих процентов. Так, скорее всего, там уже у нас никого не осталось. Но у нас усталость. Так, тут большой? Да, тут еще довольно-таки большой. Лады. Нам надо отдохнуть. Блин, так, умираю, да, так согласен. Хочу сбросить с себя одежду. И отлично. Ага, конечно. Ага, я понял вас. Блин, они в атаку пошли. С удовольствием. Угу. Давай. Звучит неплохо. О, о, о. Хорош, сюда. Как жаль, что нам приходится прибегать к насилию. Нам бы поднять бы эту. Ух ты. Чтоб Барт не поет. Этот раз наши дела должны говорить за нас вместо слов. Куда там Палыч-то прилетело? Ну, топорик хорош. Какой бой? В чем бой? Ага. Какой-то бой был. Я сделаю это по возможности наиболее безболезненно. Вот так вот, хорош.
Хочешь повалить? На этот раз наши дела должны говорить за нас вместо слов. Блин, круто, конечно. Блин, еще... Ага, хорошо. Здесь... Они уже никуда не идут. Как жаль, что нам приходится прибегать к России. Только не попади. Блин, маг вообще урон наносит очень неплохо теперь. Ну, Боня... Боня, конечно, хорошо. Началась, мама, не горюй. Они уже никуда не идут. Чем могу помочь? О, плюс один. Товары нам плюс один не нужны, поэтому как я пойдет. Еще могу услужить? Я не возражаю. Мы столько опыта получаем уже, а левелы не... Крепитесь! Нифига себе, блин. Ну куда вы? Сделаю, как скажешь. Я не возражаю. Ладно, давай вот этих вот еще. На этот раз наши дела должны говорить за нас вместо слов. Пипец, конечно. Конечно, пипец. Так, где у нас там? Мгновенная наша. Сюда. Так. Давай уже. Я в пулеметы к бою, блин. Блин, а нет, не сбил, я думал сбили. Все, пулеметы к бою. Сюда. О, понеслось, блин. Вообще имбово заклинание, пипец. Что? Опа, вот это прилетело, конечно. Блин, реслки нет. Была бы реслка, я бы уже этот был. Мне это резал не бы, сложно. Не загружал, наверное. Тогда было бы интересно, но просто сейчас это вообще будет бессмысленно, блин, с собой вот это все не утащить. Ладно, ребятушки, давайте, наверное, тогда закончим на этом. Вот, и в следующей серии уже, наверное, где-то этот крысолак-то тут и есть, наверное, да, с ним и поговорим. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки, и увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья, всем самого хорошего и всем пока.